Приветствуем посетителей сайта artshoprus.com. Мы вам расскажем о новинке. Это массажер из можжевельника. Он снабжен удобной ручкой и вот такими двумя колесиками с массажирующими вот такими вот колючками небольшими. Предназначен он для проблемных мышц, то есть там, где места сжаты, пережаты, натянутые мышцы. Вот этот вот массажер, так вот, движениями, он легко их размассажирует, усиливает кровоток, кровообращение налаживается, и, соответственно, таким образом этот массажер снимает боли, какие-то неприятные ощущения, ощущение дискомфорта. Он очень удобен просто в использовании. Тут не обязательно обращаться к какому-то массажисту профессиональному. Вы все это будете делать сами дома у себя. При этом он приятно пахнет можжевельником. Его приятно держать в руке. Вот так вот он удобно. Обратите внимание, имеются даже специальные выемки для пальцев, чтобы для более удобного хвата. Ручка достаточно длинная. Единственное, при использовании этого массажера нужно соблюдать меры предосторожности, то есть не водить его непосредственно по позвоночнику, костям, лимфатическим узлам, в общем-то, каким-то опасным местам. Этот массажер предназначен только для мышечной системы, для того, чтобы усилить кровоток. Вот так вот, чтобы мышцы начали работать, чтобы исчезли боли, какие-то дискомфорт, и вы сразу почувствуете облегчение. Более того, дерево можжевельника само обладает антимикробным действием, то есть вдыхая аромат можжевельника, а также при прикосновении к коже он выделяет полезные вещества, потому что, как известно, масло можжевельника обладает невероятными целебными свойствами. Таким образом, весь организм оздоравливается. Также мы рекомендуем вам просмотреть другие массажеры, вот такие вот для рук, о которых мы расскажем в других видеообзорах. Жмите колокольчик, подписывайтесь на наш YouTube-канал.